Печать на ткани, говорят, возникла раньше, чем печать на бумаге. Старинная техника кубовой набойки – способ крашения ткани натуральной краской индиго. Глубокий синий цвет – один из наиболее устойчивых красителей. На Урале ручной набойкой с помощью красильных досок пользовались мастерицы, которые не могли позволить себе дорогие ткани, а красиво и модно одеваться стремились. Тот чан, где разводится индиго, называется куб. Раньше называлась куб, поэтому набойка кубовая. Это очень старая набойка. Очень много у нас по прикамью вещей в этой технике выполнено: сарафанов, всяких рубах, скатертей, фартуков. В общем, это один из популярных некогда способов украшения тканей, достаточно дешевый в те времена. Сегодня ручное окрашивание ткани – способ дорогостоящий, но интересный тем, что рисунок получается авторский и неповторимый. Современные мастерицы для набивки используют акриловые краски и деревянные штампы, имитирующие старинный рисунок. Для надежности окраски по штампу ударяют молоточком. В музеях края сохранились набойные доски, которыми пользовались в старину на Урале. Многие рисунки копировались с привезенных в 17 веке, были же торговые связи налажены, привозили из Индии ткани, из Персии ткани, и очень часто наши мастера брали оттуда рисунки, то есть известный всем пейсли, огурец, вот очень популярный, вот всякие переплетения растительных орнаментов. Были чисто русские, вот эти птички, которые у нас тут представлены, это с русских узоров. Комбинировали мелкие элементы, точки, звездочки, цветы. Это характерная черта пермской набойки, имитация ситца. Из ткани с таким рисунком получаются затейливые и модные платки, сумки, юбки. А набойные доски у нас теперь не делают, их заказывают в Индии. Там этот промысел по ручному крашению тканей еще сохранился и процветает.